Тина Карли сфотографировалась со своим пиар-агентом Павлом Фроловым. Снимок появился на странице в социальной сети Instagram. Тина Карль – одна из наиболее популярных украинских певиц. Также певица является одной из наиболее популярных украинских инстаграм-звезд. На ее инстаграм подписано 1,8 миллиона человек. Помимо этого, в этой популярной социальной сети множество фан-аккаунтов, которые посвящены жизни певицы. Среди множества аккаунтов есть особенный. Дело в том, что он представляет официальный фан-клуб певицы, о котором знает сама Тина Кароль. 29 июля на нем была опубликована фотография Тины Кароль с ее пиар-агентом Павлом Фроловым. Певица стоит в длинном вечернем платье и туфлях на высоком каблуке. А мужчина при этом в строгом костюме, похожем на тот, который носит Джеймс Бонд в своих фильмах. Поздравляем Павла с днем пиар-специалиста. Любим, подписали фотографию представители фан-клуба.